Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И за сегодняшнюю серию я хочу получить себе 73 уровень. Так что давайте двигаться к этой цели. Так, начнем, пожалуй, с ежедневного испытания. У меня, ребята, осталась всего лишь одна миссия непройденная. Остальные две удачно. Так что собираем свой отряд. Я брал вот эту базу. Следующий у меня был, так, Ронин, конечно же. Потом Маквоин. Секунду, сейчас вспомним. По-моему, я брал Джаггернаута и Прыгуна. Вроде бы так. Ну и босса, соответственно, я брал Ведьму. Вот так вот. Поехали, ребят. Как говорится, последний этапчик. Нам будут давать, по-моему, 7 карточек базы крипта, если я не ошибаюсь. Ну что же, давайте сейчас быстренько 500 маны накопим. После этого он начнет вызывать своих врагов. Я думаю, что мы быстренько с ними разберемся. Плюс у него, ребята, ульта у базы такая противная. То есть он бросает, и мои персонажи оказываются в клетке, которая, в свою очередь, высасывает здоровье. Ну что же, я не буду никуда спешить. Хотя нет, ребята, здесь надо поспешить. Потому что вот сейчас он будет делать свой суперудар. Проверим. Пока ничего не делает. Вот. Вы видите, да, что произошло? Но, как говорится, не тут-то было. Он промахнулся, ну а мы с вами, естественно, в свою очередь двигаемся к базе. И сейчас будет у нас тут расколбас полнейший. Так, давай мы эту мышь летучую, опс, ликвидируем. Так, опять этот зомби с плитой. Сейчас мы его, ребята, раскумарим. Замечательно, и бомбим уже базу. В принципе, ничего сложного нету, согласитесь. Ну что же, получаем 7 карточек, по-моему, крипты. Да, ребята, именно ее. Все. Короче, с ежедневным испытанием мы с вами закончили. Причем довольно хорошо. Так, в магазине у нас есть что-нибудь бесплатное? Угу. Нету. Жаль. Ребят, я деньги потратил, кстати, на прокачку нашего лорда пустоты. Ну, нам его еще качать и качать. У него только лишь 17 уровень и 72. Ну что же, давайте непосредственно уже переходить на задание. Так, у нас, по-моему, осталось, да, две карты. Я думаю, что сегодня мы должны их пройти. Так, база роботов, значит, да. У нас здесь БФГшка плюс щитобот. И для этих парней мы с вами приготовили, наверное... Так, секундочку. 76-й, 78-й уровень. Хм. А, тут знаете, в чем проблема, ребят? БФГшка же она лазером бомбит, да? Поэтому баллиста, я думаю, здесь не прокатит. Ладно, возьмем вот этот вот. Хотел сказать этап. Возьмем этих ребят. И должны, в принципе, мы разрулить здесь ситуацию. Хотя преимущество, конечно, офигенное у нашего врага. Я имею в виду по уровню. Тут даже я не знаю, что и делать. Ну, конечно, мы попробуем с вами. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну давай. Блин, и БФГшка вышла. Слушайте, надо как-то нам с вами. Ну, видите, что тут происходит. Если нам сейчас некро не поможет, то нам не поможет здесь уже никто. Хотя мы должны с вами справиться. У меня фаербол сейчас еще накопится. Я его буду, конечно же, применять. Вот сейчас. Блин, я хотел, ребята, честно говоря, чтобы на БФГшек все это дело попало. Вот, смотрите, что делает прыгун. Просто отлично у него получилось. Он перепрыгнул, а БФГшка все равно стоит сзади. Мы до нее не достаем, к сожалению. Так, два джаггера тут наяривают. Воу. А как? Я не понял, подожди-ка секунду. А как так получилось, что у меня вот здесь стоял некро, и ее подбили? В чем проблема? Что случилось? Что не так? Все, я кажется, понял, что случилось. Вот что случилось. Да. Вот так вот, никакой пощады. Давайте колобки, жрите этих говнюков. Так, прыгуна вызываем. Да елки-палки, ребята, это только начало, и уже так сложно. И поверьте мне, вся сложность заключается только лишь в уровне. У них колоссальный уровень. 78-й, 79-й, а у меня лишь 72-й. Ну, сами можете представить, какая тут офигенная разница. Сейчас фаерболом бомбану, не волнуйтесь. Сейчас фаербол. Дидыч! Вот так-то вот, будут знать, как говорится, свое место, блин. Так, давай-ка мы, наверное, Джаггернаута вызовем. Хотя, по идее, здесь очень хорошо рулит именно прыгун. Ну, я не знаю. Прыгун, давай. Покажи им там. Блин, у нас, ребят, 40 секунд в запасе. Это очень... О, тихо. Заморозка, то, что надо нам.
Ха-ха-ха! Сейчас эти БФГшки тут у нас и получат свое. Замечательно. Блин, 28 секунд. Ну-ка, фаербол. На-ка! Выкуси! Давай, ребята, поднапряглись маленько. Да, щитобот, конечно, очень крут. Очень держит хорошо защиту. Да ё-моё, ну 16 секунд. Да что мы не можем никак... Он спамит своими роботами, ребят, нас. Просто спамит. Есть! Блин, ну это только лишь первый этап. А дальше-то что будет, я даже боюсь представить. Ух, давай глянем, кто здесь прибавляется. Ага, ну, в принципе, молотильщик мне не так страшен. А вот БФГшка 78 уровня, это, конечно, боль. Боль еще какая. Ну, ладно. Я думаю, что этому отряду будет все нипочем. Хотя ниндзя, она будет страдать от БФГшки. Вся надежда у нас на Ронина. Я офигею, да, эти вот две последние карты у нас... Ох, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Блин, не успеем мы, наверное, да, ребят, распилит он. Ага, мы застанили, а вот так вот есть. Есть! Сейчас смотрите, что будет твориться. Бумс, вот этого я и боялся, блин. Оу, да ну, хорош. Ты смотри, что вытворяет, а. А как же нам тогда тут быть? Давай вот так попробуем. Ну-ка, давай. Ну, Ронин, ё-моё. Ага, подбил все-таки, молодец. Он все-таки подбил. Да ну, сейчас этот молотильщик, наверное, будет вызывать... Нет, не вызвал пилу, и это хорошо. Давай, Ронин, как всегда, не спеша выходит, как будто на прогулку. Блин, неужели не понимает, что мне здесь... Он очень нужен, чтобы он заходил здесь по максималке. О, ураганчик. Блин, ребят, ну сложно, я вам скажу. Очень сложно. Как-то даже не знаю, что и делать. Так, ну, БФГшка, вот хорошо, что она, ребята, ватная. В ближнем бою. Да, она издалека, конечно, круто наяривает. Тут ничего не могу сказать. Да чтоб тебя, да, ты достал уже. Серьезно уже, в самом-то деле. И блин, и вот это вот, знаешь, туда-сюда, туда-сюда. И все это до бесконечности. Давай, БФГшку бомби. Эй, ниндзя. Не получилось. И время-то, ребята, на исходе у нас. Вот что я вам хочу сказать. Так, вроде бы, ребят, получается у нас как бы прижатие. Хотелось бы в это верить, что мы их прижмем сейчас. Ай, опять 40 секунд. Ну, Ронин, молодец. Жих, хотя бы так. Что же, вся надежда у меня на ведьму. 32 секунды, какая тут уже надежда, ребят? Тут уже никакой не может быть даже надежды, даже разговора о надежде. Все, смотрите, что будет у нас. Так. Когтистый. Но 20 секунд, я даже не знаю. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. 13 секунд, все равно, ребят, придется нам переигрывать этот этап. Хотим мы или не хотим. Видите, что не укладываемся. Надо было мне дурачку раньше вызвать ведьму. Я что-то... Ждал. Ну, а вдруг получится? Нет, к сожалению, ребят, ну буквально секунды одной не хватило, ё-моё. Чёрт бы их... Есть! Вот она, ребята, отдушина. Ну, теперь-то мы им покажем. 17 гемов, 109 тысяч голды и энергию максимально мы восстановили. Ух, ну что же, один уровень в плюс к нам. Как говорится, дикая боль для нашего врага. Так, раз мы играем этим отрядом, значит, мы его будем в первую очередь с вами и апать. Ох, сейчас мы им устроим карнавальную тоночку, а, ребятуль. Мы им сейчас тут устроим. А, просвещение я какое-то закончил. Так, вот знаете что, вот здесь вот база вот насчет притягивания, да, она не совсем хороша здесь. Здесь бы очень пошла именно космическая база. Вот мне почему-то так кажется. Она все-таки бомбит, если она убивает врага, да, то следующий залп лазером. Если следующий враг погибает, то еще один залп. И так до бесконечности, короче. Так, ну что же, и этот уровень, точнее не уровень, а этот отряд мы с вами тоже должны прапать. Ой, как у меня, ребят, мало энергии. Очень, не энергия, а голды. А потому что я всю потратил. Я всю потратил на кого? Да-да, именно на лорда пустоты. Ну ладно, не ожидал я, конечно, что мы так быстро. В любом случае, цель, которую я сегодня поставил, получить 73 уровень, я выполнил. Ну что же, пойдем теперь на развлекуху и посмотрим, что эти щеглы скажут мне сейчас. Смотрите,
77 уровень, то есть мы получили 73-й. Соответственно, 4 уровня разницы. Это еще приемлемо, это терпимо, ребята. А до этого было 5 уровней разницы, то есть уже ощутимо. Ух, давай посмотрим, как у нас здесь пройдет. Тихо. Блин, придется, ребят, так делать, офигли. Да глуши ты этого, нет. А вот так вот, шук, молодец. Молодец. И сразу, вот, БФГшка чем, блин, меня нервирует, ребят. Бомбит и отскок, бомбит и отскок. Вот хитро, хитро это, конечно, все сделано. Куда ты собрался? Ну куда ты собрался, а? Во, давай-ка вот так сделаем. Ну, ребят, по-моему, разница ощутима. Сами прекрасно видите. Один всего лишь уровень мы с вами прибавили, и уже колоссальная разница. Да. Но БФГшки все равно, ребят. Воу! Фига у них суперудар. Вот этот, конечно, когда срабатывает по поводу лазера. Очень жестко бомбит, очень жестко. Ну, а кто бы сомневался, ребят? Кто бы в этом сомневался, что будет именно так? Ведьму, только ведьму мне вызвать, и все. И дела у нас сразу же пойдут в гору, поверьте мне. Дюкс, ага. Так, вызываем Ронина. Он, конечно, тут начнет разруливать ситуацию практически моментально. БФГшка там что-то напряглась. Но ничего у них не выйдет. Да, и, конечно, если будет вылетать пила, то у нас быстро здесь раскромсает. Но она не вылетает, поэтому все, ребят. Давай, шук. Он будет знать свое место. О, еще и ураганчик. Да, он нам не понадобился. Вот сразу чувствуется, и поверьте мне, разница между уровнями. То есть уровень мы с вами получили, я уже чувствую, насколько мои бойцы стали крепче. Так, здесь, значит, у них бомбер открывается, да? Бомбер, это, конечно, злобно все. И БФГшка, да? Может быть, попробовать вот этими? Нет. Или попробуем? Давай попробуем один разочек. Ёлки-палки, только сейчас вспомнил, что я забыл, ребята, их прапать. Они же у меня еще по старому уровню идут. Ай-яй-яй, лопухнулся я тут, конечно. Блин. Но зато ульта у базы очень хорошая. Я надеюсь, она нам здесь поможет. Давай, паладин пошел. Сейчас бы нам, кстати... Ага, бомбер. Бомбер вышел. Ну, посмотрим, сколько он урона будет наносить. Прилично, если честно, ребят. Прилично. Так, давай посмотрим, сколько... Вот, вот, ребята, ульту запускаю. Так. Давай, давай, давай. Ой, БФГшка, ребят, попала. Ха-ха. Блин, а вот это плохо, конечно, что бомбер, он сейчас, наверное, будет нам досаждать очень сильно. Хотя нет, ребят, мы его застанили. Мы его застанили. Ух, нифига там пробивной, ребята, действует. Хм, а как быть-то тогда? Как нам с вами быть? Мы станем, пока станем. Давай ульту запустим. Хоп, оп, опа. Еще и заморозка. Слушай, ну классно сейчас получилось. Я ничего не могу сказать против. Бомбер этот долбанный летит. Да, хана, ребят, моему. А нет, баллиста жив. Был жив до поры до времени. Сейчас уже, к сожалению, не жив. Так, что я хотел? А, я же хотел друидку, ребята, вызвать. Думаю, чего я хотел? Друидку, конечно. Посмотрим, как у нас тут. Ну, ульта! Давай быстрее. Есть, есть. Отлично, пока все хорошо, все круто. Не забываем, ребят, друидка у меня не прокачанная. Так что... На нее, как говорится, особой надежды нету. Не дай бог сейчас еще... Нет, не успел он бомбануть. Еще вызовем одну баллисту. 34 секунды у нас, к сожалению, времени, ребят. Я не знаю, как-то надо выбиваться. Ульта, поехали. А почему? Ульта один раз выстрелила и все. 20 секунд, ребятули, времени. А мы только базу начинаем кромсать, да и то. Если это можно назвать кромсать. Так, баловаться. Не успеем, что ли, да, за 10 секунд-то? Скорее всего, не успеем, ребят. Или успеем, блин. Я не... 4 секунды, ну. Ну давайте, ну ёпросто. Да что ты будешь делать? Да хренели вы, блин, в корень, что ли? Я не могу понять. Почему, блин, все время на последней секунде, а? Че, специально, что ли, так делаете?
Блин, достали уже, ну в корень, а. На последней секунде, блин, там. И мы подбиваем базу, блин. Я злой как, не знаю кто, ребят. Поехали, блин. Хотел просто, блин, все сделать идеально. Все, мстить, только мстить. Да, ребят, если бы у нас там был бы уровень этот прокачан, они бы порвали бы быстрее. А так как я не проапал их, соответственно, мы и проиграли там. Что тут у нас кто? Бомбер, да? Бомбер, БФГшка, короче, все эти лашпены. Давай, 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 лети, лети. Мразота, сейчас мы тебя поджарим здесь. Ты че, долетался? Гуманоид, гумплен, блин. Так, хорош тут станет, начинаем, да? А ну-ка все сюда, к ногтю. К ногтю, я сказал. Вот так вот. Так, ребятули, мне только достаточно сейчас вызвать ведьму, и все, и тут хана им всем будет. Будем делать, нет? Наверное, будем. Потому что они опять какие-то непредсказуемые. Давай, ведьмишка, на тебя вся надежда. Рунин. Опять на прогулку вышел, понятно. Ага, ага. Ну ладно, хорошо. Бомбер довыеживался. Так, сейчас будем ребят притягивать. Рунин как? Опять на прогулку вышел, понятно. От него толку мало. Ну и все, и хана сейчас базинки будет. Ну, что вы там... Как вот только выходит вот этот вот вонючий робот-щит, у нас сразу игра заклинивает, ребят. Вот, все, наконец-то. Прожали мы его. Сосунка этого. Ну что ж, поехали, смотрим, ребята, следующий уровень, предпоследний. Кто у нас тут? Хилбот. А кого он собирается хилять? Ну, конечно же, щитобота. Поэтому... Поэтому что? Поэтому берем вот этот вот, наверное, с вами отряд. Скорее всего, нам придется. Потому что у нас здесь есть прыгун, а он нам нужен. База, кстати, вот это вот... О, ребята, вообще пошли у нас лаги-баги. Задние пейзажи просто испорчены. Я не знаю, почему такое, ребят, происходит. С чем это все, блин, связано. Так. Далеко ли ты собрался-то, родной мой? А? Пилильщик. Просто с одной вертушки, ребят, мы его наказали. Ага, вот видите, хилбот идет. Хилбот идет, а мы с вами выпускаем прыгуна. И прыгун должен сделать свое дело. Да, и он делает. Да елки-палки, тут сейчас будет, наверное, пила вылетать, ребят, мне кажется. От этого, от молотильщика, или нет? Что-то никого нету пока. Странно даже. Нужен срочно прыгун, смотрите, что тут происходит, ребят. Какой-то расколбас просто. А кто? Кто так быстро подбил моего прыгуна? Я... Ребят, тут вообще такой сумбур, я не пойму, кто что делает. Просто жесть какая-то. А ну-ка давай вот так вот, пумс. Блин, надо было прыгунов выпускать. Не то я сделал. Вот, вот, прыгун сейчас пойдет. Прыгун пойдет и куда-то тут в кучу непонятно что-то происходит вообще. Опа. Слушайте, нет. Нет, ребята, меня прожимают здесь, представляете? Вот эта вся куча говна меня просто прессует. И даже прыгун нам здесь не поможет. К сожалению. Как бы я этого не хотел. Заморозка. Офигли заморозка, уже базу колбасят, ребят. Ладно, я ускоряюсь. Это не вариант какой-то. Это не зашло, называется. Слушай, вот эти вот БФГхи меня вообще раздражают. Просто вымораживают конкретно. И вот эти хилботы, которые ни хрена не умеют делать, кроме как лечить. Ладно, гемы я тратить не собираюсь здесь. Я просто сейчас возьму свой супер-пупер отряд и будем наказывать их. Будем наказывать, вот и все. Блин, меня прям вымораживает, бесит вот эта вот вся фигня, если честно. Блин, тут у нас еще и не прокачаны, оказывается, ребятули были. Ну что же, поехали, сейчас посмотрим, кто кого. Щеглы, блин, ну напросились. Да, я не спорю, ребята, у нас тут нет летающих каких-то юнитов или еще кого-нибудь этого. Я не знаю, как мы будем здесь пробиваться к хилботам этим чертовым, но надо что-то делать. И БФГхи эти будут нас сейчас просто... расколбашивать. Но зато есть, не забывать, блин, есть маг-воин, который, если при удачном стечении обстоятельств будет срабатывать вот такой вот отражающий щит, то БФГхи будут сами себя уничтожать, грубо говоря. Так, ну что, хилбот, пардонче, иди отсюда.
Так, а мы вот так вот сделаем. Притянем их всех. Вот. И надо нам, ребят, 500 маны накопить для того, чтобы... для того, чтобы вызвать нам нашего босика-ведьму. А там уже сами понимаете, что будет. Там будет полный расколбас. Вот и все. Вот как-то так. Ронин. Во, Ронин хорошо вышел. Тыч! И мы начинаем, ребят, плодить свою армию. Блин, зомбарей, хотел сказать. Что-то не получается пока. Оу, погоди, а почему такой жесткий дамаг от этого, блин, чепушила? Ребят, смотрите, ведьма практически на пределе. В любую секунду может отдуплиться. То есть, если еще одна пила вылетит, то ей хана, ведьме. Ну, что тут у нас? Армия такая, знаешь, идет офигенная, я бы сказал бы. Супер мощная. Боюсь я вон того, конечно, молотильщика. Не дай боже, у него выскочит эта пила циркуляра. Она тут всех положит. Давай вот так попробуем сделать. Но-но-но-но-но-но-но. Не сопротивляйся, родной, не сопротивляйся. Есть. Вот так вот. Ну что же, а теперь у нас остается последний этап. И здесь термин, да? А, нет, здесь у нас атомобот. Ну, ребят, если выбирать между термином 9000 и атомоботом, то я считаю, что атомобот — это просто манна небесная для нас. А вы представляете, да, если он отправит атомобота, а сзади, например, куча вот этих хилов, мы его просто не сможем забомбить. Ого. И причем, смотрите, уровни какие, 78-е. На 5 левлов выше. Ладно, я все равно буду пробовать. Я все равно буду пробовать здесь выиграть. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Поэтому будем стараться. Так, ну что, 500 манны — это наша кредо, естественно, ребят. Потом будем выпускать ведьму. Наверное, даже сразу. Хотя, очень большой риск. Очень большой риск для того, чтобы мы ее выпустим. И этот, как его увеличать-то? Молотильщик. Молотильщик может нам все здесь испортить. О, Ронин, красава. Красава, да не совсем так, как я хотел, получилось. Ну ладно, пока все отличненько. Слушай, а тут вообще молотильщик-то, кстати, есть? По-моему, его здесь и нету, так что, может быть, даже... Фу. Слушай, ну расслабляться-то пока рано. Босс-то все равно здесь есть, ведь так? Так, и босс... Атомобот здесь. А, еще и БФГшки, да-да-да. Еще и б... Все, ребят, мы уже к базе подошли, начинаем ее колбасить. Выпускаем Ронина, который там обычно выходит как на прогулку, блин, вместо того, чтобы... Оу! Ёлки ты палки, посмотри, ребят! Так, заморозку срочно! Почему-то заморозка на него не сработала, эй! А мы базу быстрее разбомбили, чем он там дошел, засранец! Ну что же, я нас поздравляю, ребят. Все отлично, все хорошо. И забираем заслуженный сундук робота. Ну-ка... Ага, 10 карчи хилбота. Вот это хорошо, ребята. А остальное, в принципе, не очень мне и нужно. И мы переходим с вами, в, опять же, в нефритовую империю, да? Нефритовая империя же вроде бы. По-моему, да. И у нас тут, блин, 79-й, 78-й уровень. Это уже, то есть, я так понимаю, в этой миссии мы, скорее всего, дойдем здесь до 80-го уровня, да? Где нас будет просто тут рвать. Ладно, и что же будем делать-то с вами? Здесь, значит, спам в виде копейщика у нас... И тигр, вы помните, да? Почему я терпеть не могу тигра? Потому что у него, ребята, предсмертный дух тигра выпускает волну, которая, в свою очередь, летит через весь экран и уничтожает всех, ребята, наших слабеньких юнитов. Это стрелки, например, как бы... О, тихо, подожди. Ну, кто кого? Мы должны его... Блин, да что ж ты будешь делать-то? Так, давай, самурай. Так, нормуль, пока держимся. Блин, вот, ребята, вот он меня начинает спамить. Как меня вот раздражает этот спам, а? Фух, сейчас еще и тигр пойдет. Подождите. Вот, уже идет. Уже идет тигр, блин. Так, давай, поехали. Подбили, отлично. По красоте идем пока. По красоте, ребят. Я коплю манну на баллисту. Да, мне нужна здесь баллиста. Потому что тигр выйдет. Вот, видите. И сейчас, наверное, начнет тут чудить этот тигр наш хренов. Что там происходит, не могу понять. Друидочка, ты мне поможешь в нашем нелегком деле, а? Радость ты моя, помоги, пожалуйста, я тебя умоляю. Ты мне здесь нужна, как манна небесная.
Вся надежда на тебя, красавица-то моя. Давай, иди, иди, иди. Оп, тотемчики поставила, молодец. Главное, чтобы тигр не выпустил свою фигню предсмертную. Ну-ка, да мы сейчас базу разбомбим быстрее. Мне кажется, так будет. Опс, ребята, просто... просто звездец. Хорошо, что добили, ну вы видели, да? У тигра вот эта волна снесла мою друидку просто с удара. Это офигеть можно. То есть, до чего же она у меня все-таки слабенькая. Я бы и рад ее прокачать в данный момент, но вы сами знаете, что мне нужны деньги на прокачку моих основных персонажей. Друидка это будет чуть-чуть попозже. Так, здесь у нас, значит, прибавляется еще и пес храмовый. У него 79 уровень, жесть какая-то. Что делать-то будем? Наверное, вот этим отрядом, да, поиграем. Поиграем, тут некро, она будет падать быстро. Тут также у нас прыгун, я не знаю, мы, конечно, попробуем. Но, и, кстати, да, может быть, нам тоже заняться тигром и прокачать его. А почему бы и нет, ребят? На самом деле он хороший, да, он дорого стоит, но если вот так вот он будет выпускать свою вот эту вот дурь, то это очень даже круто будет. Так, да пошел ты, ага, вот, значит, решил как. Вот так вот и решил, да? Ты решил... Так, ну-ка давай, некро, подсоби-ка нашему големчику, пожалуйста. Да выпускай ты своих черепунделей-то этих. Ее испугали, блин. Ее напугали, беднягу нашу некро. Сейчас она, наверное, за это поплатится или нет? Нет, не поплатится. Тигр, ребята, вышел. Зря я, конечно, фаербол потратил. Не туда, куда надо. Блин, жесткий он. Ты посмотри, сколько у него, ребята, дамага. И некро, наверное, здесь тоже нам не поможет. Хе-хе-хей, жесть. Это попадос. Чистой воды. Чистой воды, ребят, попадос. Фигею просто я с этого дурдома, блин. Да ну, хорош, давай фаербол, быстрее. Есть. Ну, вы сами прекрасно видели, что тут произошло. Просто волна эта сносит все. Все на своем пути. Я имею в виду от тигра. Я не знаю, как тут вообще драться. Ну, ну что вот это называется? Это называется справедливо, что ли, блин? Это херня полнейшая, блин. Ладно, ребята, я сдаюсь нафиг. Я здесь сдамся, потому что, ну, смысла нету, ребят. Ну, ну, ерунда полнейшая, согласитесь, блин. Он каждый раз при своей смерти, блин, выпускает эту хреновую волну. Вон, смотрите, ну и чё, и как я тут должен сопротивляться? Бредятина какая-то, просто-напросто. Давай, ураганчик, чё уж там. Я не знаю, ну делать отряд тоже из одних танков, ну это не вариант, ребят. Ну это глупость полнейшая. Полнейшая глупость, потому что мне нужны разные юниты. Блин, ну может пробьем все-таки, а? Хоть как-нибудь. Конечно, у нас не на чистую получится победа, но тем не менее. Давай, дед. Ну вы видите, да, он постоянно, как только дохнет этот тигр, начинает свою херню выпускать. Давай хотя бы отомстим уж. Без победы, конечно, идеальной, но опыт-то все равно получим. Ой, елки ты палки, а. Офигеть, и по времени не уложилось, и это... Че, неужели опять этот отряд мне уберский брать? Я даже не знаю. Я, ребят, не знаю. Кого тут можно заменить? Давай посмотрим, фигли, у нас время есть, нам позволяет. Спешить нам некуда, да? У нас сегодня такая... продвинутая, неторопливая будет миссия. Сейчас с вами что-нибудь подкорректируем. То есть лучше всего брать против тигра такую команду, которая могла бы держать офигенно удар. То есть танков. Хорошо, мы отсюда уберем некро. Мы отсюда уберем прыгуна. Давайте теперь посмотрим, кого мы можем взять. Молотильщик, да? Ватный, он сразу будет рассыпаться. Жаба с молотом. Хрен его знает, ребят. Вот, кстати, здесь очень хорошо пойдет у нас всадник на журавле, так как он как летающий юнит, соответственно, его нельзя подбить именно волной тигриной. Хорошо, и что же мы еще с вами можем здесь такого присобачить к своему отряду? Я даже не знаю, ребят. Бомбера, что ли, брать не прокачан? Это бред какой-то. Летучую мышь? Летучую мышь. Там же нет у него, да, стрелков? По-моему, нету. Слушай, может быть взять летучую мышь действительно, а? Летучая. Ну она 72 уровня, у нее 3 звезды, у нее маленький дамаг, ребят. Не знаю. Ой, подставляемся мы с вами, блин, по-черному, ребят. Просто по чернаку. Давай.
выбора все равно нету. Да, не хватает нам на базу прапать ее разочек. Ну что, какой-то отряд, конечно, у нас получился шалтай-болтай, блин, да? Ни два, ни полтора. Минимум дамага, но зато вот эти вот, кстати, сопляки должны падать от наших мышек, от наших всадников. Вот тигр, это, конечно, будет сложно. Ладно, давайте проверять. Если зайдет, то это будет хорошо, ребят. А если вот не зайдет, то уже будет плохо. Так, что он там будет сейчас делать? Эти копейщики, по идее, должны бежать, да? Что-то не бегут пока. А что он там задумал-то опять? Вот, вот они, бегут. Так, и тигр тут же. Так, ну давай попробуем. Плевать, естественно, ребята, будем... Да куда ты побежал-то? Не понял, а кто мог, ребят, подбить летучую мышь? Что-то я не врубился, если честно, вот в данный момент. Так, мышка летучая. Так, надо тигра сейчас бомбануть. Бамс, отлично. Так, всадник на журавле нам здесь понадобится. Заморозка. Заморозка. Так, пока идем замечательно просто. Видите, да, что делают летающие юниты с этими архаровцами? Они ватные для нас. А мы еще и ускоримся. Ай, по красоте. Просто... Просто их валим здесь. Вот и дедуля вышел мой. Вот и дедулечка вышел по красоте. Бум. Фаербол. Так, еще один всадник на журавле выходит у меня. Слушайте, все, ребята, вот здесь вот как раз нам и помогли наши летающие юниты. Это всадник на журавле и наши чумные мыши. И мы еще с вами завершили какой-то квест-командир. Так, а ой, блин, Ронин. Ну как же без Ронина? Ну куда нам без него, ребят? Ну естественно, никуда. Не было печали. 80-е уровни уже. Ёпарасоте, ты представляешь, это на 7 уровней круче меня. На 7 уровней. И мне вот предстоит... С ними здесь драться, как-то справляться, ребят. Жесть, это офигенная несправедливость. Я не знаю, ребята. Естественно, сейчас он будет ронинов выпускать, конечно же. Которые будут бежать в неистовстве. Будут же бежать. Вот, об этом я вам говорил. А что мне здесь? А здесь мне ничего не поможет. Смотрите, нам придется, ребята, здесь делать немножко по-другому, по-хитрому. Так. Ты будешь бомбить или нет? Ой, жесть. Просто жесть. Ребятули, просто жесть. На ты, Ронин, получи. Хайкать будешь где-нибудь в другом месте потом, понял? Хайло, блин, свой закрой. Ну. Так, естественно, ребята, я волну ожидаю, конечно же. Как же без волны-то? Ну, да. Ну, а кто бы сомневался, ребят, что вот так вот все и будет. Я лично нисколько не сомневался. Трачу 10 гемов, другого варианта, ребят, просто нету. Нету, понимаете? Просто нету и не будет. Офигеть, скажешь, ты что, офигел, что ли, блин? На начальном уровне тратить эти. Да нет, ребят, все нормально. Поехали. Должны мы все-таки здесь расколбасить. Должны. Ну, нормулька. Будет. Так, хорошо, хорошо, ребят. Пока нормуль все идет. Я ничего не имею против. Да ёпрасы, ну как вы вот умудряетесь? Ну, во, смотри-ка. Так, а ну-ка давай еще вызовем одну чумную мышку летучую. Так, фаербол у меня готов. Полетел. Вот так вот, чтобы не расслаблялся. Минус тигр. Так, Ронин. Тоже он ватный, ребята, против моего всадника на журавле. Ну-ка, давай еще одного всадничка вызовем. Слушай, ну мы уже у базы, у нас очень много времени. И это хорошо. А если мы вот так вот заколдуем, завербуем. Ха-ха, распинали, ребят. Шикарно просто бомбим. И еще вот так сделаем. Ты-дич! Вот. Наконец-то, ребята. Хоть не зря мы с вами потратили 10 гемов. Ну, просто это вынуждено было. Мера у нас так. Ох, ёкаламаны, ниндзя 79 уровня. Тигр 79-го. Блин, да что ж там. Вот здесь как раз уже летуны-то не прокатят. Ты посмотри, у них со всех сторон, ребята, есть выходы и подходы.
Что же делать? Что же делать? Ведьма, а зайдет ли мне здесь ведьма? Вряд ли. Последняя здесь энергия. Я боюсь, ребят, нам надо его как-то сохранить, чтобы босса потом бомбить. Последний этап. А здесь что у нас получится? База. В принципе, здесь все такие легенькие, да, будут убиваться с удара. Но факт в том, что у нас сам по себе отряд здесь говняный получается. И, к сожалению, блин, ну нет, богиню света я брать не буду. Ну это несерьезно. Богиня света — это несерьезно, ребят. Будем пробовать как-то вот здесь вот. Ай, давай попытаемся что-нибудь изобразить. Так, что-то... Что за затишье такое? Там Ронин-то у них есть? По-моему, нету, да? Там есть зато ниндзя. Ниндзя зловещая. Оу, а почему он сразу с тигра начал? А? Почему он начал сразу вот с таких вот слип? О, и ниндзя. Ну, конечно же, как же ниндзю-то? Тысячу лет, блин, ее не видел. Так, ребят, ну... Поехали. Так, так, так. Опс. Ну, ты посмотри. А как? Нифига, ребят, да, ниндзя? Не припухнули совсем ли, а? Два раза ее практически бомбили, ей пофиг на все. Было. Так куда ты побежал-то, ёпрасоте? Ну, и тигр. Опять выходит этот тигр паршивый. Давай, ниндзю. Ниндзю мне сноси. Давай еще я вызову одну баллисту. Погнали. Вот тебе и вызвали, блин, баллисту. Вот тебе, ребята, и вызвали баллисту, который тут же сразу и сдох. Ну, погнали. Это, конечно, очень-очень медленные у нас тут, ребята, юниты. Неторопливые такие, знаете. С раскачкой идут, блин. С раскачкой, конечно, с раскачкой, блин. Вот здесь, знаете, в чем проблема? Здесь очень много спама. Да, очень много спама. При этом еще и тигр вонючий этот. И все это, знаете, в кучу вот эту вот замешано. Ну, давай ты бомби. Да, достал он, ребят, со своим этим тигром уже в корень. 41 секунда. У нас еще конь не валялся. У нас еще с вами конь, блин, не валялся. В плане того, что... Вот смотрите, две баллисты я вызвал. Вот сейчас, смотрите, сыграет дух тигра специально. Нет, не сыграл. Это что-то с чем-то. Так, так. Минусанули. Да, конечно же, ребят, выходит сразу же тигр, который сейчас, наверное, будет выпускать. Давай друидку вызовем. Посмотрим, что у нас получится. Времени, времени нету. Вот оно что, ребята, времени у нас в обрез. По времени слились. Ну, а так неплохо, все равно, согласитесь, мы сыграли. Очень хорошо, но вот тигр всю малину нам портит. Вечно он появляется в ненужный момент, в ненужные секунды для нас. Твою мать. Ну что, бомбим базу, бомбим, бомбим. Да. Победа. Меня такая победа не устраивает. Короче, знаете, что я делаю? Ребят, я попробую вот этот вот этап пройти вот этим отрядом. Ну что... Смотрите, здесь Ронин, да? Здесь богиня солнца. 79 уровень, то есть не 80-й. При этом у них не фул звезды, кроме... Я не знаю, моя ведьмишка справится ли с богиней солнца вот на 79 уровне. Ронин, конечно, да, будет тут сейчас выдавать, наверное, плюханы еще те. Поехали, посмотрим. А потом, ребят, я вернусь туда, на тот этап, который мы с вами не допрошли. Так, что он там будет делать? Он сейчас будет вызывать Ронина. Как пить дать будет вызывать? Нет, почему-то не вызывает. Ага, он вышел с раскачкой. Хорошо, ладно. Давай ему так вот сделаем. Никаких ему шансов не будет, ребят, никаких. Жух, воу-воу-воу. Сдохли, отлично. Хоч! По красоте. Так, этот испугался, побежал. Ведьма, ребята, ведьма у меня на изготовочке. Давай с отражением. Вот, 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 вот так и надо. Теперь... О, богиня света уже вышла. А как же иначе-то, ребят? А иначе быть не может. Давай тигра, тигра, это... Ронина, да? Ронина снесли. Ну-ка попробуем, ребят. Я не знаю, что будет, как тут будет. Да иди ты!
козе в трещину. Давай, давай, давай. Она жарит, ребят, она жарит мою эту ведьму. Да ты достал уже со своей фигней, это со всякой это. Е! Богиня солнца сама себя убила. А знаете как? Через отражение. Нет, 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 не надо ведьму трогать. Ёпрасоте! Ведьму, ребята, хоркнули только что на ваших глазах, блин. Эй, погоди, погоди, погоди. А почему? Почему так произошло? Эй, блин, гады вонючие, как вы могли пробить? Пипец, блин, ладно. Ребят, ну... Это я, конечно, херею с этого. Вот серьезно вам скажу. Это нечестно было сыграно. Они меня... Я убил главного босса, и они сразу все воспрянули и побежали, блин. С чего вдруг такая прыть-то у них взялась, блин? С какого перепуга? 20 гемов за игру, Эй! Вали отсюда! Фух. Ребят, с отражением. Только с отражением нам будет здесь фартить. Я херею с этого дурдома. Ну посмотри, ну... Ну как так может быть-то? Твою маковку! Ведьма, я не пойму, где твои эти зомби? Я их вообще не вижу просто. Вон он, один вышел. Так, ладно. Ну, вроде пробиваем. Так, мы здесь... Есть, ребят, должны здесь победить. Ух, да, очень сложно. Очень сложно. И вы сами прекрасно понимаете, почему. Потому что такая разница по уровням, это просто недопустимо. Мне пришлось, ребята, за сегодняшнюю игру потратить 20 гемов. Это рекорд по всей моей игре, что я играю вообще в эту игру. Сколько играю. Так, 8 гемов. Ну хорошо, что 8 гемов мы с вами отыграли. Ну что же, возвращаемся вот в этот уровень. Ага, у нас еще за этот момент успела накопиться энергия. Ну что же. И я думаю, это неспроста. Это неспроста, потому что игра хочет, чтобы я прошел сегодня эти уровни и переметнулся на следующий портал. Тогда мы пойдем тоже, ребята, на уступки. На уступки. Что у нас тут? А, тут Ронин. Тут Ронин есть, поэтому давайте потихонечку будем подготавливаться к этому делу. Подготавливаться. Слушай, а что такое затишье-то? Мне не нравится вот это затишье. Ага, ну тигр, конечно же. Конечно же, тут выходит тигр. Так, Ронин там с раскачкой, как всегда, еле-еле идет, блин, в штаны наложивши. Вот давай вот так вот делать. Ну? Нифига не получилось почему-то. Давай, Ронин! Шух, ниндзю эту, отлично! Так, 500 маны, ребят. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, партизанчики. Хорош! Давай, блин! Фу, да как дальше-то быть? Да ну ха... А, ну в принципе, ребят, нам не важно, что мы получили повреждение, да? Нам главное уложиться по времени. Нам главное уложиться по времени. Значит, нам нужно обязательно ведьму. Ведьма, давай, я жду тебя. Все, я ее вызвал. Давай смотреть, получится ли у нас тут. Что я хотел? Что я хотел задумать? Жух! Нормуль. Блин, надо было вызвать мне мага-воина. Так, поехали. Через отражение будем играть. Как и в тот раз. Так, отдай сюда карточку. Она мне пригодится. Если бы Ронин почаще бы выбегал бы в истерике, совсем другой бы, ребят, был разговор. А он у нас, как всегда, выходит как на прогулку. И вот это раздражает меня. Я даже не сомневался, что так должно было быть. Ну, блин, 36 секунд. Ё-моё, Ронин, ну... Есть, 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 бежит, 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 бежит. Нормуль. Так, разбили, наконец-то. Да, ребят, все. На этот раз у нас все получилось идеально, хорошо. Мы с вами забираем полный реворд. Это 14 карточек Банши. Это 13 карточек зомби-камикадзе. И, конечно же, нашего прыгуна. Ой, с каждым разом становится все сложнее и сложнее, все невозможнее и невозможнее, ребят. Если бы вы знали, сколько нервов это все отнимает, эти переживания, эта злость, этот гнев. Ой, сложно. Так, ну давай приблизительно посмотрим, что у нас хотя бы здесь начнется. Неплохо, начинается 74 и 76 уровень. Ну, прям вот говорят, Рэй, ну на, поиграй, что тебе тут стоит? Всего лишь-то 74 и 76, разница-то, ну... На 3, на 1 уровень. Тебе это расплюнуть. Конечно, мне это расплюнуть.
Ладно, дорогие мои друзья, давайте мы на этом, наверное, будем закругляться. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. И, конечно же, продолжим играть в эту замечательную игру. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.